его бедро вот вскочило, то есть вот гитара, компьютер, и переохладил руку, и вырос шарик. Пошли к хирургу, сказали резать. Да. Ну, я думаю, как резать-то, дети не показали, жалко же, там же бедро. Вот. Ну, думаю, ладно, не будем пока. Подключим все наши средства, которые есть у нас, да, но это вот наши еще и комплексы. Потом у нас еще и гель для суставов и мышц есть, ведь мы не сказали, вам расскажем это, да? Вот. И что мы делали? Мы мазали, значит, он кушал наши комплексы, мазали гелем Enjoyment, который для суставов. И я ему вот этот вот браслетик, потому что, ну, ручка-то тоненького, в школу уж не дам, дорого, думаю, уже. И вот на ночь одевала вот так на шишку. И а вот, причем никуда, вот, не пал. Да, то есть ночью он у меня спал. Я не знаю, вот не могу сказать точно, сколько ночей мы это сделали, а потом как-то постепенно-постепенно он говорит, ой, мама, говорит, нету. То есть он ее еще помассировал, и шишка какая-то, то ли лопнула там что-то, то ли что на фактушек. Организм сам способен все. Организм все это сам раз, сам и вот там не ровненько, не и никаких генетических. То есть не удивился? А мы к нему больше не пойдем. Проблема, которая исключительно хирургическим путем решается в медицине, да, только, я это специально искала в интернете, только хирургически с Леной консультировались. И вот через короткое время достаточно. Залезла в интернет, думаю, господи, гигрома, там с этим ома, думаю, боже мой, что такое, это что-то страшное такое, наверное. Но ничего, наш продукт сработал. Ох, тебе уже не те.